В Южно-Казахстанском педагогическом колледже прошла презентация иностранных учебных заведений. Были представлены программы обучения лидеров своей области из трех стран. Один из них – знаменитый колледж Кембриджа, представителем которого выступал Владимир Бутин. К слову, в данном колледже есть образовательные программы не только для студентов. Основное количество иностранных студентов, которые к нам приезжают, они приезжают учиться на языковых программах, по программам подготовки учителей, учителей английского языка и учителей предметников. Так как у вас сейчас вводятся триязычие в образовании, особенно в те специальности, которые связаны с научной деятельностью, как раз мы и таких преподавателей готовим тоже. Чем отличается часто от наших профессиональных учебных заведений наш колледж, так это то, что мы предлагаем больше практических занятий, нежели теории. То есть студент может прийти с нулевой подготовкой по этому направлению и за год обучения получить практические знания, которые ему хватит для того, чтобы, например, открыть свой салон красоты и работать с клиентами, обслуживать их и правильно вести свое дело. На мероприятии студентов ждал сюрприз – сертификат, предоставляющий скидки на обучение в региональном колледже Кембриджа. Безусловно, я очень рада, что выиграла сертификат. Честно признаться, неожиданно. Я участвовала во многих олимпиадах по английскому языку. Видимо, это плоды моих стараний. Теперь я буду прилагать еще больше усилий, чтобы оправдать возложенную на меня надежду нашего колледжа. Аида – будущий педагог, учится на четвертом курсе. Как сама признается, у нее особая любовь к детям и языкам, что и определило ее будущую профессию. Она отправится в Англию уже этим летом вместе с остальными ребятами. Президент педагогического колледжа, который предоставил отличникам такую возможность, сам является выпускником Кембриджского колледжа. Очень рад вам познакомиться. Спасибо. Thank you. Welcome to Cambridge. We hope that we can develop a long and very successful relationship with South Kazakhstan Pedagogical University. Сегодня на базе нашего колледжа специальные гости представляют свою страну и образовательные программы уже несколько лет. Мы тесно сотрудничаем с Государственным колледжем Кембриджа. Каждый год отправляем студентов на практику, стажировку и летние курсы. Для них это хорошая возможность погрузиться в атмосферу английского языка и культуры, тем самым быстрее освоить язык. Еще одно учебное заведение, которое заинтересовало молодежь – престижный университет Барселоны. Как утверждает представитель Микель Робер, он входит в сотню лучших университетов мира. По международным стандартам наш университет является номером один в Испании и также входит в список 100 самых лучших вузов мира. У нас можно получить образование практически по всем специальностям. А в Южно-Казахстанский педагогический колледж я приехал впервые. Ранее я много раз слышал о нем как об одном из самых лучших в Казахстане. У студентов этого колледжа уже есть сильная база, благодаря сильному преподавательскому составу. Но на этом они не останавливаются и усердно трудятся, посещая дополнительные курсы. У студентов высших курсов знания английского не ниже upper intermediate. Вдобавок им предоставлен уголок личностного развития, как его называют преподаватели. Здесь у студентов есть возможность самостоятельно получать дополнительные знания.